Давно пришедшая в упадок Кишиневская синагога Цирельсона может восстать из руин. Реконструкцию инициировала еврейская община. По ее оценкам, это обойдется в 4,5 миллиона евро. Часть расходов обещали покрыть спонсоры, но большую часть средств еще только предстоит собрать. Имя человека, которым названа эта синагога, раввин Цирельсон, он был местной легендой. Он был депутатом, он был реальным духовным лидером, он был известнейшим человеком. И он такой знамя, символ, неспроста. Здесь даже улица, где она стоит, эта синагога называется улица Раби Цирельсона. Архитектурный комплекс, построенный в начале 20 века, состоял из молельного дома и приюта для беднейших и престарелых. Есть свидетельство, что в проектировании участвовал Митрофан Элади, архитектор Кишиневской мэрии. Руководитель команды, разработавший проект реконструкции, уверен, что можно даже сохранить старые стены синагоги, сделав их частью новой железобетонной конструкции. Здание построено очень хорошо. Там внутри стен, в уровнях перемычек. Заложены металлические тяжи, завязано это все хозяйство со всех сторон. Если бы не было, если бы это здания были плохо построены, они бы давно развалились. Конечно, восстановить то, что сохранилось, а тем более то, что не сохранилось, будет сложно, но мы надеемся, что получится. Если организаторы найдут необходимое финансирование, то можно смело сказать, что в 2023 году синагога снова откроется. К 2023 мы совем объектул держа инаугурат. До сих пор еврейская община собрала 25 тысяч евро. На эти деньги территорию синагоги расчистят от завалов.